Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем проходить The Last of Us, последний из нас, который почему-то перевели как одни из нас. Но я буду называть вещи своими именами. Короче, мы с вами находимся в университетском кампусе, и тут... Это, по сути, общага, и тут куча щелкунов. У меня есть 3 ножа, которые можно использовать по 2 раза, так что... Возможно, у меня прокатит. А с другой стороны, может быть, не стоит тратить ножи. Мы просто сейчас тихонько проберемся без вообще какого-либо убийства. Отлично, куча лезвий. Вот этого парня лучше устранить. Готов. Знаете что, я все-таки устраню этого щелкуна. Я потом все равно смогу еще один нож сделать. Так, их там до хрена, поэтому давайте все-таки попробуем пройти мимо. А я еще один ножик сделаю. Вот. Вы же помните, они ориентируются на звук. Они слепые, но не глухие. Огнемет. Зараза. Заткнись. Дают очень много огнемета. Это подозрительно. Это весьма подозрительно, зачем их столько дают. Нет места уже, понятно. Блин, тут вообще все разрослось. Так, ну я прошел мимо них. Черт. Знаете че, ребят? Подожди. Блин! Ну, конечно же, меня убили. Надо было его устранить все-таки. Блин, и все сначала. Ладно. Коли уж такая ситуация, то... Слушайте, это моя первая смерть за долгое время в этой игре. Надо их всех здесь по... Надо их всех вырезать. Огнемет давали как раз именно на него. На вот этого большого парня. Да. На него конкретно дают огнемет. Так, давайте доставать огнемет. У нас 90 единиц топлива. Я тут больше никого не вижу. Так, и давайте нож скрафтим. Он у меня был скрафчен до этого. Вот. Потому что сейчас мы по-другому с ним не справимся. Мы не сможем просто выломать эту дверь, если он будет стоять сзади нас. По этой причине. Знаете что, надо попробовать мимо него пройти. Я сейчас ему сюда бомбу кину и подожгу его. Сейчас знаете, что сделаем? Смотрите, бомбу берем. Я не помню, как ее класть аккуратно. Вот. Таким образом. Ха-ха.
черт. Одного пропустил. Давай, сгори. Отлично. Еще один медальон цикад. Что он здесь делает? Ну вот. С огнеметом-то сразу с ним справились. Сойдет. Так. Че, будешь снимать противогаз-то? Или здесь все еще споры имеются? Я-то их уже не вижу. Да, все, он снял. Ну, давайте продолжать изучать это место. С огнеметом жизнь становится проще. Газетная вырезка. Вооруженные силы США прекращают поисковые работы. Лев Бенев, полевой корреспондент. Согласно последнему докладу ВОЗ, в результате пандемии КЦИ погибло или необратимо пострадало более 60% населения Земли. В связи с этим пресс-служба вооруженных сил США выпустила официальное заявление о прекращении всех поисковых работ. Армия продолжит патрулирование 15-километровых областей вокруг карантинных зон, но прекратит поиск пострадавших в труднодоступных районах. Генеральный прокурор Артур Монро прокомментировал это: «Нашел в городе, какого черта никто не идет?» Дальше нет статьи. Это уже кто-то от руки дописал. Ладно. Таблеточки имеются. Че, мы можем что-то использовать? Скорость создания, скорость лечения. Колебания оружия давайте уберем. Вот. Отлично. Так, что-нибудь скрафтить, кстати, можем? А нам ничего не надо. У нас всего вдосталь. А! Подождите, я давайте тогда... А, у меня почти максимальное здоровье, так что тоже обойдемся без этого. Бумага или тряпка, я там точно не помню, что это такое. Студенческие фотографии. Куча деталек. Замечательно. Так, ладно, похоже, нам сюда. Там зараженные, я цел. Открывай ворота. А, все, мы оказались с этой стороны. Так, где он заводится-то? А, его надо... Подожди. А, вот, вот. Сейчас было бы забавно, если бы было как в старых играх. Я подвел, и там сразу провод всунут оказался. Все, давайте открывать ворота. Блин, он шуметь ведь сейчас будет. Ну да ладно. Я вроде бы всех перебил в кампусе. Попробуем через ворота. Есть. Проходи. Давай. Эти щелкуны раньше были цикадами? Нет. Это вряд ли. Хотя с одного из них выпал жетон цикад. Прямо у лаборатории? Билл так оборонялся. Может, они тоже. Да, вижу. Да уж. Ну ладно, поскакали. Ой, не та кнопка. Пошла. По ведьмачьему хотел ускориться на крестик.
ничего. Ага. Вообще-то им бы пора появиться. Я говорю, сейчас там никого не окажется еще. Так, а где может быть вход? Эй, а может туда? Похоже, тут можно пройти. Тем не менее, свет горит. Че, оставляем коняшку? Не хочет перепрыгнуть. В смысле, так просто откроется? Заржавело. Нужно идти в обход. Может, перелезем? Идея-то хорошая насчет того, чтобы перелезть, но... Подожди, в смысле перелезть? Нет, так это не работает. Подвинься-ка. Где же можно объехать? Давайте смотреть, пока не понимаю. Нет, здесь точно нет объезда. А вот там что? Вообще очень странно, что здесь никого нет. А то, что здесь зараженные оказались тоже. Слушайте, а может ее надо это? На лошади подъехать, и она туда заберется? Нет. Стоп. Так, игра, мне нужна твоя подсказка. Я теперь уже не знаю, куда. Беги. От кого? Не понимаю, где здесь можно перелезть. А что, сюда не пускают, что ли? Не, ну главное, свет-то горит. Это странно. Слушай, а может машину столкнуть? Нет. Я не врубаюсь. Ой, ладно, давайте смотреть, где здесь что-нибудь может быть. А сам он здесь не перелезет, понятно. Не лезет и все тут. Хотя, казалось бы, там, по идее, можно было бы это сделать. Я не знаю, может, мне надо выстрелить сюда? Ну, конечно. Я только один патрон потратил зря. Беги. Ой, блин, что делать-то? Я не знаю, где перелезать. Весьма сомнительно. Не, слушайте, я реально не понимаю. На коне нельзя открыть карту, жалко.
Так, там слева точно нет никакого проезда, прохода. А, смотри-ка, есть. Но здесь тупик. Давай. Так, что-то я не знаю, что делать. Как туда попасть-то? Я не знаю, попробую вон туда пешком сгонять. Может, какой-то скрип не срабатывает? Тут нет ничего. А если здесь посмотреть? Опа. А тут имеется дверь. Но только она не открывается, конечно же. Есть люк, который тоже нельзя открыть. Блин, вот сейчас совет от игры был бы очень кстати, но его нет. Как она предлагает перелезть, я вот не понимаю. Нельзя здесь зацепиться. Чё-то я не понимаю. Может, здесь есть вход в какое-нибудь здание или что? Что это было? А, блин, ну конечно. Столько раз прошел мимо. 5 минут бегал, не понял, что надо было мусорный бак просто пододвинуть. То есть и машину толкнуть он не мог. Логика. Хотели перелезть, в итоге получилось так. У меня были другие идеи, но и так. Да-да-да-да-да. Он сейчас именно прокомментировал то же, что и я хотел. Теперь вопрос А. Ну да, продолжаем двигать. Эту же штукенцию... Да, все верно. Забрались. Элли, давай руку. Вот так. Спасибо. Ну, что тут? Тут почему-то разруха. Мне это не нравится. Вообще. Эй, где они? Меня тоже напрягает эта ситуация. Так, давайте оружие прокачивать. Так, вот хорошее место. Так, что мы сделаем там? Коротыш, я из него не стреляю практически. Давайте огнемет. Усилим. Он, вот, отлично. Он вполне мне сейчас будет пригождаться. Не, ну свет-то горит. Наверняка здесь кто-то есть. Здесь ничего нет. Везде пусто, полки пустые. Ну вот какие-то материалы иногда попадаются. А так вообще ничего нет. Oh.
Цикады! Лекарство само пришло! Слышите? Давай потише, пока не ясно, что происходит. Какая-то записка. Фигня какая-то. Тут только всякая медицинская хрень. Так странно. Похоже, они собрали манатки и скрылись. А может быть и нет. Все. Держись рядом. Вот-вот. Я о том и говорю. Ладно. Пошли проверим, кто это там наверху. Если что, у меня есть дубина с ножницами и огнемет. А это весьма страшное орудие. И чё ты сюда пришла, Элли? Ага, понятно. То есть здоровый бородатый мужик открыть не мог? Трупов нет. Это хорошо, да? Если узнаем, куда они ушли. Так, я предлагаю материалы тут немножко пособирать. Не, ну а почему они свет не выключили? Свет горит. Это настораживает. И то, что здесь только кирпичей... Тихо. Черт. Ой, не нравится мне это место. Ой, не нравятся вот эти все палаты. Это я задел. А ты уже было страшно стало. Господи, глупые обезьяны. Ну хоть не щелкуны. Да, никаких цикад. Может, в результате эксперимента они стали макаками? Хорошая мысль. Будем искать, что-нибудь найдем. Ну-ка. 4 ящика оборудования полностью готовы к отправке. Теперь важный вопрос, что делать с вами, ребята. Руководство велит уничтожить зараженных особей. А я вот что скажу. Пошли в жопу. Вы жертвуете ради нас жизнью, так? Значит, вы заслужили свободу. Эй, полегче! А! Черт! Кретин. Меня укусили. Господи, кретин. М-да. Хорошо, что мы не стали злить макак. Он не сказал, куда они ушли. Да, будем искать дальше. Ну, судя по тому, что здесь нет трупов и... Дверь выломанная. Это напрягает. Ладно, давайте осмотримся. Еще одни детальки. А, у двери просто стекло разбито. Но это не так страшно, если бы тут... Если бы вот здесь... Элли, отойди, пожалуйста, ты меня зажала. Там труп. Вроде как. Похоже, это зараженный. Тот самый. Если вы ищете цикад, их здесь нет. Мы уж поняли. Я мертв. Или вот-вот буду. Есть время подумать. Были годы, когда казалось, мы занимаемся полной хер... Хватит, с меня довольно. Давай. Ищите остальных, так они вернулись в больницу Девы Марии в Солт-Лейк-Сити. Там и сидят. Пытаются спасти мир. Удачи им. Ты знаешь, где это? Сам город знаю. Далеко? Ну, не близко, если верхом. Что? Цикады?
Пригнись. Бандюки опять, да? Ну ёпрсоте. Это что за уроды? Неважно. Так. Мы знаем, куда идти. Сваливаем отсюда. Смотрим по оружию, что у нас. Вот так сделаем. Пора отсюда сваливать. Блин, Солт Лейк Сити, это неужто это его город? Я что-то не помню просто, где он живет. Возьмем топор. Будем рубить хардкор. Я, пожалуй, все-таки подлечусь и сделаю себе еще одну аптечку. Теперь понятно, почему здесь повсюду кирпичи валяются. Минус. Это я быстро среагировал. Да где он? Там еще один был. Сзади! Что эти бандюганы здесь забыли? Нет, реально, что они здесь могли забыть? Здесь как бы... Никого нет. Ничего нет. Нахрен им это? Короче, валим отсюда, кедрени фени. Блин, аж в Солт Лейк Сити придется ехать. Отправился в полет. Чё-то больно живучий какой-то попался. Твою мать! Элли, спасай! Твою мать! Чего? Господи. Да не гони! Охренеть! Да не гони. Япона, мать! Только не говорите мне, что он помрет. Ладно. Давай, готов? Раз, два, три. Ой, господи. Ужас какой. Где чертова лошадь? Не, мы все еще играем за него. Охренеть. Никого не видно. Пошли. Господи, это пипец какой-то. Просто пипец, блин. Если он сейчас еще кровь потеряет и... Джоэл,
Как дела? Я цел. Я цел. С окном справишься? Просто, блин, его пробило насквозь. Ладно. Справился. Двигай, двигай! Я тебя вижу. Чёрт! Так, оставайся здесь. Я сбоку сойду. Элли... Чёрт. Ты убил моих ребят, ладно? Убил я его ребят, пришел мне мстить. Ха-ха, конечно. То есть они меня убить не пытались. Ух ты. Нужно тебя вытащить. Нормально. Нет, Джоэл, ни хрена. Пошли. Идем. Идем, нормально жить будешь. Давай. Не смей. Двигай. Не смей подыхать на моем летсплее. Ёлки-палки. Нет. Идти можешь? Да. Тогда иди, мать твою. Вперед. Я иду, иду. Вон выход. Давай, уже близко. Давай, Джоэл. Ты обязан. Эй. Ну охренеть. О, черт! О, черт! Успела перезарядиться. Джоэл! Вставай! Встань и иди! Клади руку на плечо! Так, пошли! Не смей умирать, только не в мою смену! Клянусь Богом! Я тебя вытащу. Ты мне еще споешь. Ну да. Я не совсем понял, какую часть тела ему пробило. Я по идее, думаю... живот. Не смеши. Судя за... Давай. Блин, он судит то место, за которое он держится, это либо... Вот так. Не знаю, ему могло повезти, и он мог не задеть печень. Чё ты не понял? Лошадь он собрался украсть. Вообще охренел. Давай. Ты иди ко мне. Так. Блин, Джоэла еще надо как-то посадить теперь на лошадь. Залезешь? Давай. Да. Игра просто шедевр шедевров. Это был крайне неожиданный поворот. Блин, кажись, ушли. Будет очень тупо, если главный герой под финал умрет. Стой! Джоэл! Куда ты, блин? Черт. Джоэл, ну-ка. Вставай, вставай. Скажи, что делать. Давай, ну вставай ты. Джоэл. Зима. Неужели он умер? Какая милая картина. Невелика добыча. О.
А вот эта добыча будет ты побольше. Ты его спугнешь. Блин, похоже, Джоэл умер. Она одна путешествует. Ну где ты? Вот ты где. А вот за девочку управление не страдает. Только за Джоэла. Странно. То я уж было на DualShock грешить хотел. Нет, нужно поближе подойти, отсюда не попадем. Так, на ветке не наступаем. Они здесь наверняка специально лежат, чтобы спугнуть животное. Есть. Кровавый след. Держи ровно. Вот ужас. Блин, сколько нужно стрел выпустить, чтобы завалить оленя, или это лось? Попробуем отсюда. Где эта животина-то? Много крови теряет. Ну где это животное? Иду прям по следу. И как ты еще жив? Я тоже задаюсь этим вопросом. Какого черта он до сих пор остается живым? Так, она не боится, что она потеряется в этом лесу? Хотя наверняка навыки выживания у нее уже ого-го какие. Опа. Что тут было? Волшебно. Так, спокойно. Здесь совсем не страшно. О. А вот и... Олень. Все-таки олень. Вот, собственно, наш олень. Кто там? Выходи! Тише. Мы на пару слов. Дернешься, получишь стрелу промеж глаз. И твой приятель тоже. Что вам надо? Я Дэвид. Это мой друг Джеймс. Мы из большой группы. Женщины, дети. Мы умираем с голода. И у меня много народу. И все голодные. Тогда, может... Мы что-нибудь предложим за это мясо. Оружие, ткань, пули... Лекарства! Есть антибиотики. А, то есть Джоэл, наверное, есть. Жив еще. В лагере. Она его, наверное, дотащила все-таки до Пойдем лагеря. Вместе с нами. Никуда я с вами не пойду. Поэтому она лекарства решила просить. Твой дружок сбегает. Принесет, что мне надо, и олень ваш. Приведет друзей... Пустишь стрелу промеж глаз. Именно. Два пузырька пенициллина и шприц.
Побыстрее. Бегом. Давай мне ружье. А что будет дальше, вы узнаете в следующей серии. Итак, друзья, давайте заканчивать. Если вам понравилось, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, зовите друзей, вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на Twitch канал. На этом все. С вами был Артём. Всем всего хорошего. Пока.